Нина Улешова – учитель из Усть-Кулома. Много лет преподает биологию и географию. В 2012-м педагог возглавила школьное лесничество. Сейчас такой кружок насчитывает более десятка ребят разных возрастов – с 6 по 11 класс. Стали участвовать во всех мероприятиях природоохранной направленности, ходили на посадку леса, проводили различные акции, издавали листовки, которые работали с населением и с учащимся школы. На форуме собралось около 20 человек из 14 муниципалитетов. Каждый приехал представить свое школьное лесничество, заодно и поучаствовать в конкурсе, побороться за первенство в регионе. Сама же обучающая программа весьма насыщенная. У нас на сегодняшний момент в республике работает 43 таких школьных лесничества. В них обучается 610 человек. И вот сейчас у нас семинар, то есть повышение квалификации для руководителей, которые собрались в том числе и пообщаться между собой, передать какие-то свои передовые навыки, практики. Порядка 60 ребят со всей республики последовали за своими педагогами. Ребята изучат ботанику, лесоведение и способы помощи экосистемам. Займутся и собственными исследованиями и проектами. Работа в питомниках и рассада деревьев, подкормка животных и заготовка питания для них, уборка мусора и проведение экоакций – все это поле деятельности юных лесовиков. Приехали дети из 14 муниципальных образований и одного государственного учреждения, общее количество 60 человек. В рамках лагеря будет проведен слет школьных лесничеств. Дети будут участвовать и лично в командном первенстве, плюс состоится обучающий практикум. Останавливаться на этом организаторы не планируют. Количество школьных лесничеств стремительно растет, а значит, спрос на такую учебно-практическую работу есть. Виктория Денисова, Олег Костромин, телеканал «Юрган».